Хорошая экология – залог здоровья и долголетия. И внести свой вклад в ее улучшение может каждый. Чтобы в очередной раз напомнить об этом, в городском округе провели масштабный фестиваль под названием «Люберецкий экобум». Для гостей и участников праздника подготовили несколько активностей. Луизия Гезарян расскажет все подробнее. Люберецкий экобум – это объединение нескольких традиционных акций, направленных на сохранение природы. На одной площадке собирают сразу три фракции – макулатуру, старую электронику и батарейки. Бумага и картон спасут от вырубки десятки деревьев, а отслужившая техника получит вторую жизнь. Некоторые фракции разлагаются до 500 лет. Поэтому для того, чтобы этого не допускать, чтобы у нас электроника не попадала в условиях природы, в водоемы, в леса, на грунт, мы популяризируем детям с раннего возраста, что это надо сортировать, это надо сдавать. Потому что воздух у нас на всех один, природа у нас одна, хочется жить в чистоте и в красоте. Чтобы не быть голословными, организаторы фестиваля подготовили несколько площадок с мастер-классами, где наглядно показали, каким образом перерабатывается вторсырье. Мы делаем открытки из макулатуры, которую ребята приносят в пункты сбора макулатуры у нас в Мытище. Это очень интересно и пользуется спросом, потому что ты оставляешь на память себе частичку фестиваля, можно сказать. А на игре эко-викторине, эко-ГТО мы учим в игровой форме ребят сортировать мусор, решать экологические проблемы. Конкурсы, концерты, викторины были и на главной сцене. Участники фестиваля построили 5-метровую башню из старой техники и тем самым побили прошлогодний рекорд. Ваша работа очень важна для будущего, для того, чтобы деревья, это наши легкие, для того, чтобы воздух был чище, чтобы природа была сохранена. И, конечно же, то, что у вас получается, это пример для старшего поколения. Потому что вы даете тот самый пример, вы впитываете в себя культуру правильного потребления, культуру заботы об экологии. В прошлом году городской округ Люберцы собрал 34 тонны макулатуры и 30 тонн старой техники. Эти цифры – результат активности жителей во время акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» и школы утилизации электроника, которые проходили весной и осенью. И на этот раз и дети, и взрослые проявили заботу об окружающей среде. Мы со школы привыкли сдавать макулатуру, и эту добрую акцию, добрую традицию поддерживаем всей семьей. Сегодня я принес, наверное, не совсем современные нужные книги, сдал их. Все-таки надо спасать деревья. Я думаю, что за всю свою жизнь я спас не одно дерево. Ну и плюс переработка. Это пойдет на вторичную переработку. Это очень здорово. Благодаря новому проекту «Экобум» городской округ Люберцы внесет еще больший вклад в сохранение природы. Экологический фестиваль прошел с успехом, и его решили сделать ежегодным. Луиза Игиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.